Приветствую, друзья! От вас не поступил вопрос, как я отношусь к лечебному голоданию. Что я могу сказать? Лечебное голодание – это один из самых лучших, а, пожалуй, даже ведущий способ радикально улучшить и полностью восстановить свое здоровье. Но какой в этом смысл, если после этого вы не переходите на сыроедение? Особого смысла в этом нет. Это то же самое, что очистить какой-то сосуд и начать загрязнять его вновь. Поэтому лечебное голодание по-хорошему, если все делать с умом, оно должно быть непрерывно связано с переходом на сыроедение, переходом на более здоровое питание как минимум, чтобы количество грязи в своем сосуде уменьшить, а с помощью сыроедения вообще его исключить, чтобы у вас было чистое тело. И даже на сыроедении можно практиковать, естественно, эти голодания. Потому что, во-первых, это прекрасная духовная практика. Во-вторых, в любом случае система ЖКТ работает, и ей нужно давать некоторый отдых. Так, например, я ввел себя в практику уже давно, Постоянно, еженедельно уходить на 36-часовые голодания. И у меня самые положительные впечатление об этом процессе, потому что в пятницу, вот сегодня в 6 часов вечера я ухожу на очередное голодание. И, во-первых, это новые впечатления. На следующий день это полный день без еды. То есть у вас все это время свободно на какие-то другие дела. В-третьих, это новое совершенно состояние легкости, какой-то радости необъяснимой. Но совершенно другое, чем ты просто питаешься. И если я при в этом случае выхожу куда-то погулять на сон, на солнечные лучи, то меня э, постоянно накрывают какие-то волны эйфории, и ты чувствуешь какое-то абсолютное единение. Поэтому в этот день я обязательно стараюсь куда-то сходить, подвигаться или на какие-то процедуры типа сауны. Это, конечно, неописуемое ощущение. Очень всем рекомендую. Вот сами подумайте, почему бы вам еженедельно не начать э, практиковать пожизненно э, такое вот разгрузочное голодание это же вот все то, что я перечислил, плюс для кого-то важно, что это существенная экономия. И получается, что 52 дня в году из 365 вы будете голодать. Это же прекрасно. Это значит, что ваши системы, в любом случае, даже на сыроедении, они работают и постоянно Перерабатывают, постоянно работают. Ну, вот весь ЖКТ он работает, и естественно, ему по-хорошему нужен отдых. Устройте же еженедельно своему ЖКТ выходной, ведь он тоже человек и он тоже хочет отдыхать. То есть пусть эти системы в этот день начнут себя причесывать, сходят на массаж, расслабятся. И после того, как вы отголодаете один день в неделю, вы увидите, насколько у вас улучшается усвояемость, насколько. Ваше пищеварение начинает работать как часы, даже если у него были какие-то э, неполадки небольшие, то вы увидите, что после этих голоданий у вас начнется идеальное пищеварение. То есть усвояемость повысится намного. И поэтому здесь я вижу только плюсы в этом процессе. Обязательно начинайте практиковать сначала хотя бы на 12 часов, потом на 24, потом на 36. Даже при беременности... Еженедельные однодневные голодания показаны и не приносят никакого вреда, напротив, при этом в этом случае рождаются более здоровые дети. Я читал несколько случаев, и это понятно, это все объяснимо, что в состоянии голода он начинает более активно двигаться, более активно развиваться один день, ну а потом питательные вещества опять начинают поступать. И поэтому ребенок рождается более активным, более здоровым, более живым. То есть про пользу однодневных голоданий говорить можно очень долго. Резюмируя, можно сказать, что способов голодания довольно много, и все их в коротком ролике не перечислишь, но однозначно мое отношение к этому максимально положительное. Очень рекомендую. Если это видео было вам интересным и полезным, обязательно расскажите о нем друзьям, нажав кнопку поделиться, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите свои новые интересные вопросы в комментариях под этим видео. Счастливо!